Дорогие друзья, всем добрый вечер! Добро пожаловать в Австрию, в город Инсбург, где местная сборная встречается с нашей командой, со сборной России, которая завершает свой сбор в этой прекрасной стране. Австрийцы играют в красном. Поехали! Матч стартовал, естественно, начнем с состава нашей команды. В воротах номер первый Игорь Акинфеев. Далее 4 защитника, второй Марио Фернандес играет на правом фланге. Слева номер 13 Федор Кудряшов. Александр Самедов. Подача на дальнюю штангу, но не слишком уверенное действие Хайнца Линдера. Он переводит мяч на угловой. Кузяев. Пас на Самедова. Удар по воротам. Вот ответ уже наш. Пробил неплохо Жуль. Ну а теперь Александр Самедов. В Австрии, наверное, на эту скидку стоит делать. Очевидно, Арнаутович снова в штрафной соперника. Арнаутович под удар и 1-0. И 1-0 забивает сборная Австрии на 28-й минуте. Хвалили. Ну, сейчас ввел я на Кудряшова и его игру на левом фланге. Но сейчас Олег Кузяев подключается. Марио Фернандес. Смолов. Нашел мяч штрафной. Смолов. Удар по воротам. Ну вот ответ нашей команды. Федор Смолов грамотно открылся. Получил мяч от Фернандес. Удар по воротам. И Акинфеев. Замечательно. Играет наш капитан. Последние годы. Жирков. Фернандес. Самедов. Неплохо. Это было уже что-то. 24 года. Атака Арнаутовича. Опасный момент. Удар. Акинфеев. Акинфеев в прыжке. Весьма убедительно. Головин. А это уже ответ Смолова. Смолов. Удар. И мяч летит мимо ворот. Какой эпизод только что был у сборной России. А теперь, по сути, группа атаки выглядит следующим образом. Братья Миранчуки, Черышев и Дзюба. Плюс центр поля в лице Дзагоева и Зобнина. Вот так трансформируется, дабы поддержать нашу команду. Матч с Турцией 5 июня на стадионе ЦСКА. Все, друзья, финальный свисток. Наша команда, к сожалению, проиграла 0-1. Рукопожатие Черчесова и Фода.